Сказать, что они абсолютно не информированы, нельзя. Многие о них знают, но дело в том, что относятся легкомысленно достаточно. И многие не понимают, что жесткие сроки, которые установлены для прохождения медосмотра и дактилоскопирования, касаются их тоже. Многие считают, что раз они по несколько лет работают в России, то их краткосрочный выезд на Новый год домой никаким образом не повлиял на их положение. Повлиял. Многие не проходят в течение 30 дней с момента въезда медобследования и дактилоскопирования. Некоторые вспоминают о том, что это надо сделать на 30-й день, когда уже поздно элементарно, потому что анализы длятся минимум 4 дня. А нужно не просто сдать эти анализы, нужно еще и передать их в отдел по вопросам миграции по адресу своей регистрации. Некоторые умудряются не регистрироваться вплоть до 30-го дня. Так что сказать, что проблема в неинформированности, нет, не в этом. Проблема в достаточно несерьезном отношении, но я думаю, что это отношение изменится благодаря тому, что сейчас МВД активно аннулирует миграционный учет регистрации таких граждан. И просто ставит им запреты на въезд. Я думаю, что как только достигнет какой-то критической массы, когда у каждого мигранта появится знакомый, которому вот так вот сделали, так сразу отношение изменится. Только так есть миллиард с ума.